меньше не становится. Всем привет, друзья! Вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван. В руках у меня 24-105F4 от Canon, и у него самопроизвольно втягивается бар передней линзы, и есть проблема с ошибкой 0.1. При подключении к беззеркалке и включении кнопки Power слышим звук. При включении Start-Stop есть вероятность, что вылетит. Не вылетело. Хорошо. Сейчас сделаю отключение фокуса. Ну и сейчас мы увидим ошибку 0.1 после того, как сделаем сброс. Вот оно. Ну и поскольку колары барреля передней линзы разбиты, здесь еще сбита оптическая ось, смотрите угол. Это 24 мм, левый верх, левый низ, правый низ, правый верх. До результата на 105, то мы видим мыльную картинку на бесконечность. Здесь необходимо еще сделать чистку небольшую, потому что довольно загрязнено все. Ну и посмотрим, чего там внутри нас ожидает. Давайте вскроем. Поехали. Шлейфы буду ставить вот такие. Они очень качественные и показали себя очень хорошо. Посмотрим, какие там колары будут стоять. Если что, у меня есть вот такие и еще DH. На этой стадии, когда я поставил уже и закрепил колары барреля передней линзы, все у нас, никаких качаний больше нет, все плотненько. Надо будет сейчас настроить оптическую ось, это самое главное.
Ну вот и все. Объектив готов к работе. Давайте его тестировать. Диафрагма 22, 24 мм. Закрываем диафрагму. Каждое нажатие соответствует закрытию. Трансфокация на 105. При этом заметьте, самопроизвольно ничто никуда не спускается, даже если слегка постучать по передней линзе пальцем. Кстати говоря, даже на 70, на 50, если только очень сильно, то будет сдвигаться. Итак, значение 105, диафрагма 22, закрывается. Каждое нажатие соответствует закрытию. Отлично. Но это значит, что при попытке сделать катер на 22 не будет вылетать ошибка, как на 105, как на 24, и все будет работать. Теперь по картинке прогнать мотор. Мотор от начала до конца бегает отлично, здоровье мотора очень хорошее. Итак, работа стабилизатора. Значение 24 мм. Давайте сфокусируемся. Сейчас увеличен на X10. Стабилизатор держит. Двигай руками. Картинка выдерживает. 105. Стабилизатор сбросился. Сейчас я его не держу. Фокусируюсь. Стабилизатор держит. Отпускаю. Отпустил. Стабилизатор держит. Отлично. А это 24 мм углы на диафрагме 4. Левый вверх, левый низ, правый низ, правый вверх. Это бесконечность. Вот так выглядела бесконечность в самом начале. Ну а вот так она выглядит сейчас после настройки оптической оси. А вот так она выглядела сразу после сборки. А вот так после настройки. Короче, настройка оптической оси — обязательная штука. У объектива полностью убран люфт на передней линзе. Я его привел в порядок, теперь им не только тактильно приятно работать, он еще и внешне приятный. Уже в ближайшие дни объектив отправится к своему владельцу. Ну а я напоминаю, что самый лучший способ поддержать канал — это приобрести наборы ProKit 1 для чистки сенсора камеры по ссылке, ну а также набор Small Kit 1. Подробнее о них вы узнаете в описании. Благодаря вашей поддержке очень сильно развивается канал и, конечно же, качество картинки. Ну а с вами, как всегда, был я, Иван, канал Digital Shaman. Не забывайте поставить палец вверх, писать комментарии и подписываться на канал. Всем хорошего здоровья, всем пока. Сегодня очень красиво.